Всем привет, меня зовут Антон, это прохождение The Wolfenstein New Colossus. Это пиратская версия, напомню. Взломанная пиратская версия, и приятного просмотра. А сейчас мы... Чем мы занимаемся, что крошим нациков? Крошим нациков. Потому что... Свою... Во, дружок. Есть еще одно убийство, голову, свою подводную лодку, которую мы захватили, мы уже освободили. А вот некоторые пацанчики не дают нам еще перебить тут остальных. Баба. Так, минус один офицер. Офицеры не слабо, кстати, поднимают тревогу, поэтому с офицерами надо быть чутка, я бы так сказал, по... Блять. Чуть-чуть поаккуратнее, конечно. Сейчас надо замаслать еще второго офицера. Все есть. Который поднимает постоянно тревогу. Так, заберем его чип-карту. Патроны. Окей, хорошо. Так, открываем карту, смотрим, куда нам нужно идти. Так, задание. Вернуться в ангар. Так, ну, в принципе, все, тут можно уже и так это все делать аккуратно. Уже, я думаю, этих гавриков не будет здоровых. О, да ты смотри, сколько тут и патронов у нас, и всякой билиберды и гранаты. Так, хорошо. И опять же можно полутаться и почитать свежую прессу. Наш любимый фюрер произвел Ирену Энгель в генералы. Да ты что? Ничего себе. Так. Окей, окей. А, я опять эту хрень взял. Я понял. Так. Ага, то есть... Стоп. То есть мне не сюда. Ух ты, что он бегает в этой энергоброне, конечно. Мне даже не сюда. Хорошо. А куда? Раз мы уже вознеслись над облаками. И не сюда. Ок. Ага. Понял. Понял, все. Ну. Куда? Мать вашу. Опять это хуй. Фух. Так, нет, мне эта хрень не надо. Надо пособирать броню. Так, нажмите О, чтобы просмотреть карту. Так, это чё? Угу. Хорошо. Побежали. Я надеюсь, хоть не через... Ну? А. Так, парни, все,
все. Арбайтен. Сигрун, подготовь капсулу! Ласко, надо валить отсюда нахер! Ага, вот это вот капсулы эвакуационные. Я понял. Быстро! Нам пора! Сеть спасательную капсулу. Полетели сейчас смотреть видео. Вперед! Капец. Что-то подлодка какая-то косо стояла. Больно, черт возьми! Да не трясись ты так! Хочешь там что-нибудь от боли? Не-не-не! Да, работай дальше! Ни хрена так, себе. Слушай, у Кэролайн был план! Да, освобождение Соединенных Штатов Америки. Кэролайн хотела освободить США и сделать их плацдармом для спасения мира. И мы хоть устремся, но поступим так! А, за Кэролайн! Свитерок с оленями такой. Твою мать, Макс, не помогай! Почему на борту нацистка? Потому что без этой нацистки мы бы все сдохли. Мы обязаны, убивать ее нельзя. Если она нас не дурит, конечно. Ты нас не дуришь? Нет, сэр. Унд, я не нацистка. Уже нет. Ладно. Так. Кэролайн установила радиосвязь с отрядом американских повстанцев в Нью-Йорке. Единственный способ исполнить план Кэролайн — наладить контакт с группами сопротивления США и поднять людей на борьбу. Это бомбы! Гребаная жопа дьявола! Это еще что? Держись, 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 дружок. Слышу удары о поверхность! Много ударов! Сраная фрау Энгель! Кто знает, каким хером она нас нашла? Ну, говори! Кто-то на вашей подлодке передает ей координаты. О, усраться можно! На Аусмерцер приходит послание от кого-то с вашей подлодки. Опа-на. Так мы вас и нашли. От кого? Азекев. Что за хер? Вот он, отсек F. Нет никакого отсека F. Эти карты не верны. Мы искали, там даже двери нет. А что если есть? Что если там кто-то прячется и передает сигнал, а? Вы разберитесь. А мне придется прилечь. Кедова, пошли. Похоже, здесь. Сдвиньте шкаф. Отсек F. Конечно. Что там видно? Заварено с той стороны. Энгели, вот! Держи! Оцени! Фергюс предложил мне пару идей. Я покумекал и воплотил их в жизнь. Спасибо. Скучал по нему. Я открою, когда ты закончишь, здоровяк! И опять мы сами. Уильям, найди передатчик и отключи его. Иначе бомбы пробьют нам обшивку. Хо-хо-хо-хо-хо, класс, ты шо, ты шо. Мы совершили ошибку. На плане палубы отсек F кажется крохотный прачечный. Мы пытались найти его, когда прочесывали подлодку после того, как ты ее захватил. Но не заметили входную дверь. У нас тогда была куча других хлопот, поэтому мы искали ее не слишком внимательно.
Но теперь я вновь изучила схему и обнаружила ссылку на совсем другой документ. Инженерную карту отсека F. Я свяжусь с тобой, как только ее найду. Мусора. Дневник солдата Мюллера. Вот, пожалуйста. Вот, наверное, некий солдат Мюллер здесь и живет. Охуеть. Который доблестно выполняет свой сучий долг. И он тут не один, походу. Раз. Versucht doch immer das Ordnungssignal ans Oberkommando zu schicken. Der kommt nie raus. Warum greifen wir nicht von innen? Блядь, где ты делся, сука? Ого. Ха, расщепляет на молекулы. Слышишь, да тут целая, блядь, нацистская это. Хрень. Ничего себе. Смотри. Тупо до костей вообще в прах разносят. Вот это пушка огонь. Охренеть. То есть эти захватили подлодку. Эта братва здесь забаррикадировалась. И выполняла дальше свой возложенный нацией на них долг. И никто не мог их обнаружить даже. Сдуреть. Так, еще один топорик. Подзарядимся. А, 10 киловольт у меня осталось всего. Так. Я так понимаю, мне не сюда, да? Ну, оттуда я поднялся. Так, что-то я... Заблуд. Уильям, я нашла инженерную карту. Балластная цистерна, склад ядерных боеголовок. О боже. Отсек F вытянут вдоль всего корпуса подлодки. Она самая крупная в мире, так что он поистине гигантский. Судя по огромному объему, часть отсека наверняка служит главной балластной цистерной. Будь осторожен, Уильям, мы не знаем, сколько нацистов там спряталось. Это дохренища, я так понял. Реально, причем Воу. Вставай, Вильям. Ага. Ого, пришибло голову чуваку. Тут в лежбище нацистской армии в самой крупной подводной лодке, которую получилось захватить, осталось еще лежбище нацистской армии. Капец. Блядь. Кто бы мог подумать. Ого, ни хрена себе. Зашибись. Живопись. Так. Я так понимаю, нам судой. Уильям, нацисты сидят там безвылазно с тех пор, как ты захватил подлодку. То есть 5 месяцев. Ими явно движут голод и отчаяние. Береги себя, милый. Так, получится по стелсу, интересно, нейтрализовать офицера. Так, ну одного, я думаю, да. Метра. А, он внизу, вот он. Иди сюда. Минус.
сейчас бы я перезарядился. Да, блядь, да смотри, а. Узнала кое-что о складе ядерных боеголовок в отсеке F. Судя по инженерной карте, счет боеголовок идет на десятки. Будем надеяться, нацисты не нахимичили с ними. В отсеке боеголовок, да? Так, это мне теперь надо идти в отсек боеголовок. Хорошо. Топорик. Ага. Максимум зарядки. Не знаю, правильно я иду или нет. Нет. Так, а куда мне надо? Куда мне надо? Куда мне надо? Так, посмотреть по карте. Туда. Кэролайн. То что, блядь, было? Мне долго не протянуть. Пару недель максимум. С твоей помощью. Так, угу. Еще офицер. Wird einem ja schlecht. Ich meine das ernst. Höllische Magenkrämpfe. Heute Morgen Blut gekotzt. Ich brauche richtiges Essen. Gott. Halt durch, mein Freund. Ich lade dich bei Kaiser in Berlin zu einem Kotelett ein, wenn uns der Suchtrupp hier rausholt. Danke, Julius. Du weißt, was mich aufmuntert. Bleib stark, Meinhard. Wir haben so lange durchgehalten, wir schaffen das. Так, ёханый бабая, подняться я вообще хочу. Ну окей, а как мне тут тогда быть? Хрен. Неужели? Игра соблаговолила, чтобы я перелез.
где этот писюн. О, так это что были? О. Энергозаряды — это всегда хорошо для такой пушки. Ку-ку. Я около нацистской рубки. Надо попасть внутрь. Пошел в жопу. Так, гранатки я пособирал. Ну. Что, взорвать тупо или что? А, ну так. Спасибо, Уильям. Аусмерцер скоро потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомба-то тебя оттуда выпустит. Ёптвою мать, ты смотри, блядь, сколько их тут, а. Да ёб твою мать, ты сдохнешь или да? А, он из пушки по мне валили. Тюет. Пошли в жопу. Что, сзади? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пацаны, я так ни хера не играю. Человек, я так понял, осталось всего. Так, надо возвращаться теперь в раздевалку. Миссия выполнена. Теперь можно уходить. Молодец, Бласковец. Идем. Все уже собрались. Жизнь, все знания, чувства, все, через что пришлось пройти, все сгинуло за секунду. Как вода,
будто и не было вовсе. Милый, не хочу тебя торопить, но ты все-таки зайди в мастерскую к Сету. Пускай он тебя осмотрит. Меня беспокоит твое здоровье. А я пойду поем, пока не упала. Сет, он знает, и я знаю. Меня уже не вылечить. Так. Ну, Макс, пора. Ёп. Макс Хас. Эй, Макс, ну что ты загрустил? Знаю, тебе нравится роза, но так уж в мире устроено. Свинки умирают, чтобы люди могли поесть. Макс обожает карандаши. И нам нечем ее кормить. Это каюта Макса, походу. Так, Биджаяня, У нас отличный дом, Кэролайн. Ты всегда поступала правильно. Так, вообще, я открою, наверное, карту, чтобы посмотреть. Ага. Ага, туда. Так, еще раз. Во, мастерская, отлично. Записки Кэролайн. Нет! Это что за тварь? Это не тварь, Шимшин, это не тварь. Это туловище беличьей обезьяны и голова моей любимой сиамской кошки Шошаны. Глянь на нее, Шимшин тебя не обидит, он хороший ингель. Я нашел Шошану в реакторном отсеке подлодки. Она охотилась на крыс. Через несколько месяцев, когда она умирала от рака желудка, я увидал в Белизе практически безмозглую обезьяну, уживавшую детонатор. Сделай одолжение, Бласковец, опусти топор. А то я как-то нервничаю. Это не просто мой любимый питомец. Это, скорее всего, мое самое главное научное достижение в жизни. Да, ты у нас главное. Модное. Съешь рыбки. Видишь ли, чтобы провести межвидовую трансплантацию головы, нужно А. совместить спинные хребты. Она в порядке. Б. Свести воедино две трудносовместимых биосистемы, дыхательную и кровеносную. Ну и... Так, я понял. Давай теперь без этой тарабарщины. А, что это я? Как старая качка. Хотя был такой день, а я... Прости. Посмотрим. Может, дать тебе снотворное, Ингели? Нет, лучше. Найди мне дело. Тебе нужна отдушина. Понимаю тебя, понимаю. Все люди горюют по-разному. Но я нашел тебе идеальную отдушину, Ингели. Пару дней назад Аня попросила меня соорудить тир для бойцов на борту. Он почти готов, но эксперимента ради я сделал мишени старого немецкого беспилотника, как вдруг эта феркакта машина стала Мишугиной, как Гитлер, и напала на меня. Короче, пришлось ее запереть. Будь другом. Сходи и уничтожь беспилотник. И заодно опробуешь мой тир и поделишься впечатлениями. Потом приходи, расскажешь, что думаешь. Ступай, Ингели. Хорошо, я посмотрю. Ну что ж, буду признателен. Ну что ж. Нужно пойти уничтожить беспилотник, но это уже будет в следующей серии. А сейчас спасибо, что смотрели. Это была пиратская взломанная версия игрушки Wolfenstein New Colossus. С вами был Антон. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до новых встреч!